Старая поговорка гласит: громко не всегда хорошо. Но, видимо, не помнят эту мудрость владельцы шатров на набережной. Музыку там можно услышать даже глубокой ночью, хотя по закону только до 23:00. Недовольные жители не безмолвствуют. Жалобы в милицию приходят постоянно. Уже не раз хозяева шатров карались административными штрафами. Но эти уроки, видимо, прошли даром. Для решения сложившейся ситуации был проведен профилактический рейд милиции. Помимо громкой музыки, были выявлены и другие правонарушения. В одном из шатров был выявлен факт продажи алкогольной продукции свыше 18 градусов, то есть водки. В другом шатре, вот, который сзади меня, здесь играет музыка после 23 часов, что нарушает тишину и покой граждан. То есть на администраторов данных шатров будут составлены административные протоколы. Данное мероприятие мы планируем проводить ежедневно, дабы навести порядок и чтобы наши граждане могли спокойно отдыхать в ночное время. Остается надеяться, что в ближайшем будущем проблемы бессонных ночей будут решены. Тогда и утро станет по-настоящему добрым. Андрей Мамошин, Владимир Родин, события Брянск.